Всем привет! Сегодня поделюсь с вами своим рецептом. Очень вкусные закуски из баклажан. Использую я вот такие вот маленькие остатки. Ну, можно, конечно, и хорошие, но я просто не знаю, что с ними еще делать, кроме как икра и такая закуска. Так, для начала баклажанчики мы почистим. Так, баклажанчики почистила, и нужно нарезать их ломтиками. Можно кружочками, ну, в общем, как вашей душе угодно. Также почистила морковь, пару луковиц, два болгарских перца и сразу приготовила желтенькие помидорки. Так, сейчас все нарежу, натру и покажу, как это будет выглядеть. Баклажанчики у меня нарезаны. Перчик порезала полукольцами, морковку на корейской терке, лук полукольцами. Помидорки тоже полукольцами нарезала. И сейчас будем обжаривать баклажаны. Баклажанчики со всех сторон обжариваем до румяной корочки. Так, баклажанчики пожарила и на этой сковороде жарю лучок. Как только лучок будет золотиться, добавим морковь. Лучок и морковка уже готовы, добавляем сюда болгарский перец. Перчик становится тоже мягким. Отправляем сюда уже заранее пожаренные баклажаны. Посолим, добавим полстакана воды, накроем крышечкой и будем тушить 15 минут. Пока овощи тушатся, на сухой сковороде обжарю кунжут. Так, овощи покипели у меня 15 минут. Теперь добавляем сюда зелень, заранее нарезанные помидоры. Накрываем крышкой, газ выключаем, оставляем минут на 20. Так, готовые овощи выложила на тарелочку. Присыпала их кунжутом и сейчас подавать буду с горячей картошкой. Ну что, вот такая красота и вкуснота у нас получилась. Если вам понравилось, ставьте пальчики вверх. Всем пока-пока!